Винсент Реймен, бельгийский криптограф, автор многочисленных научных публикаций в области симметричной криптографии и один из двух разработчиков Advanced Encryption Standard, также вместе с Полом С.Л.М. Баррета Руск. Он является разработчиком криптографической хэш-функции Whirlpool и блочных шифров Anubis, Hazard, Nakion, Rusk, SHARK. Биография. Винсент Реймен родился 16 октября 1970 года в бельгийском городе Лёвен. В 1993 году он получил диплом инженера электроники в Лювенском католическом университете. В этом же году Винсент Реймен получил грант от National Fund for Scientific Research Rusk. Затем он стал аспирантом этого же вуза и работал в лаборатории SATSOSIC. Летом того же года, работая над оценкой качества шифра, он познакомился с Йоаном Дайменом, с которым в дальнейшем будет неоднократно сотрудничать. В 1997 году Винсент Реймен защитил докторскую диссертацию под названием «Криптоанализ и разработка повторяющихся блочных шифров». После получения степени доктора он продолжал работу в лаборатории COSIC Rusk, работая с доктором Йоаном Дайменом. Результатом одного из их совместных проектов стал алгоритм Rijndael, который в октябре 2000 года был выбран Национальным институтом стандартов и технологий США и стал называться AES. С 1 августа 2001 года Винсент Реймен работал главным криптографом в компании Cryptomatic Rusk. В период 2001-2003 годов он совмещал свою работу с профессорской деятельностью в Institute for Applied Information Processing and Communications, Rusk, а в период 2004-2007 работал профессором там же с полной занятостью. В 2002 году его имя было включено в технологический обзор Rusk, TR-35 Rusk, Массачусетского технологического института, как одного из 100 выдающихся инноваторов в мире в возрасте до 35 лет. С октября 2007 года Винсент Реймен в качестве адъюнкт-профессора снова работает в лаборатории COSIC. Он исследует применение математических теорий для проектирования симметричных криптографик примитив Rusk. Винсент Реймен пытается формализовать как в теории, так и на практике криптоанализ, вводя более сложные математические понятия. В его исследовательскую команду вошли Веселин Величков Rusk, Илмар Тишеозер Rusk, Денис Тос Rusk, Керем Вариси Rusk. Винсент Реймен читает 2 лекционных курса в Лювенском католическом университете: «Криптография и сетевая безопасность» и «Решение проблемы инженерное проектирование», часть 3. В ноябре 2011 был выбран старшим членом АИИ, Hazard и SHARK. SHARK – симметричный блочный шифр, разработанный Винсентом Рейменом. В алгоритме используется 128-битный ключ и 64-битный блок. SHARK состоит из N-раундов с добавлением ключа, нелинейным преобразованием и уровнем диффузии Rusk. После этого идет дополнительное добавление ключа и дополнительный уровень диффузии Rusk. Цель дополнительного добавления ключа – не дать атакующему отделить последний раунд, дополнительный уровень диффузии Rusk. Нужен для упрощения расшифровки нелинейный преобразование осуществляется с помощью 8-8 умножить на 8 S блоков для осуществления диффузии Rusk. Генерируется MDS-матрица Rusk с помощью кода Рида-Соломона. Последователем этого алгоритма был алгоритм Hazard. Он также использовал 128-битный ключ и 64-битный блок. Главное его отличие от SHARK приведены в таблице. В алгоритме Hazard вместо S-блока используется перемешанный S-блок. Перемешанный S-блок – это рекурсивная структура, которой блок 8 умножить на 8 составляется из меньших по размеру псевдослучайных мини-блоков 4 умножить на 4 по мини-блок Q-мини-блок. На идеях, заложенных в основу алгоритмов Hazard и SHARK, основывается и другой алгоритм, написанный Винсентом Рейменом – Rijndael, Rijndael AES. Винсент Реймен, Fazdem Rusk, 2002 вольта. Октябре 2000 года Национальный институт стандартов и технологий США выбрал Rijndael в качестве своего нового Advanced Encryption Standard. Создателями Rijndael были Винсент Реймен и Джоан Дайомен Rusk. Rijndael, заменив взломанный ранее Data Encryption Standard, используемый с 1977 года государственными учреждениями и компаниями США, чтобы защитить самые различные данные, начиная от электронной почты до телефонных звонков. Он обошел многих крупных конкурентов от IBM, RSA и Counterpan Rusk, и теперь широко используется производителями сотовых телефонов, кредитных карт и веб-браузеров для защиты конфиденциальной информации. Этот алгоритм является
является подходящим для широкого спектра приложений благодаря использованию только тех инструкций процессора, которые доступны на всех существующих процессорах, а также быстрый на них. Винсент Реймен, Брюс Шнайер. Участие в международных конференциях. Винсент Реймен участвовал во многих конференциях, был председателем на RFID Security 2005, RFID Security 2006, RFID Security 2007, RFID Security 2009, RFID Security 2010, Fast Software Encryption RUSC 2002, Indocrypt RUSC 2008, Selectio-Tarez Encryptography RUSC 2009, Библиография книги Стефан Доданяков, Светланякова, Барт Принил RUSC, Винсент Реймен, Enhancing Cryptographic Primitives Vistic Nyquist from Error Correcting Codes, Amsterdam IOS Press, 2009, T1S, 284, ISBN 978-1-607-50-002-5, Винсент Реймен, Selectio Tarez in Cryptography, Берлин, Springer, 2009, T1S, 467, ISBN 978-3-642-054-43-3, Джордж Мунил RUSC, Элберта Пинада RUSC, Винсент Реймен, Proceedings of the International Conference on RFID Security 2007, Малага, Пинада, 2007, Т1, ISBN 978-84-612-13-71-9, Дипан Вита Ройчаут Хри RUSC, Винсент Реймен, Абайджи Дас RUSC, Progress in Cryptology and Decrypt 2008, Берлин, Спрингер, 2008, Т1, С437, ISBN 978-3-540-897-53-8, Дипан Вита Ройчаут Хри RUSC, Винсент Реймен, Абайджи Дас RUSC, Advanced Encryption Standard AS4, Берлин, Спрингер, 2005, Т1, С189, ISBN 978-3-540-265-57-3, Статина КВС, Режмен Ви, Шлаффер М, Secure Hardware Implementation of Nonliner Functions in the Presence of Glitches, Journal of Cryptology, Springer Verlag, 2011, Vol. 24 ICE, 2, 592-321, ISSN 0-933-2790, DOI 10007-S00145-010-9085-7, Ламбергер М. Менделеев, Режмен Витал, Memory Listener Collisions V, Coding Theory, Designs, Codes and Cryptography, Springer US, 2012, Vol. 62, ICE 1, P, от 1 до 18, ISSN 0-925-10-22, DOI 10007-S106-23-011-94-84-2, Режмен Ви, Stream Ciphers and the Stream Project, The ISC International Journal of Information Security, 2010, Vol. 2, ICE 1, P, от 3 до 11, ISSN 2008-2045, Барретта P, Найков V, Найков S et al., Whirlwind A New Cryptographic Hash Function, Designs, Codes and Cryptography, Springer US, 2010, Vol. 56, ICE 2, P, от 141 до 162, ISSN 0-925-10-22, DOI 10007-S106-23-010-93-91, Грег Дайомен J, Режмен V, Refinement of the LR Deconstruction and MSI Security Claims, IT Information Security, IT, 2010, Vol. 4, IS, 3, P, от 149 до 157, ISSN 1751, 8709, DOI, 10049, AETFS, 2010, 0015, Дайомен J, Ламбергер M, Промсталер et al., Computational Aspects of the Expected Differential Probability of 4 Round AS and AS Like Ciphers Computing, 2009, Vol. 85, IS 1, P, от 85 до 104, ISSN 0010-485X, 1436-5057, DOI 10007-S00607-009-0034, Greg Dayomion J, Режмен V, New Criteria for Liner Maps in AS Like Ciphers Cryptography and Communications, Discrete Structures, Boolean Functions, Springer US, 2009, Vol. 1, IS 1, P, от 47 до 69, ISSN 1936-2447, DOI 10007-S120-95-008-0003-X, Trautmann J, Режмен V, Green Cryptography, Clear Engineering, Trory
Privacy Clink AI Security AMP Privacy AI 2009 Vol. 7 AIS 4571 до 73 AIS SN 1540 7993 DOI 10109 MSP 2009 91 Richberger C Regimen V Sklavsen ZN AIS T Cryptographic Workshop on Hash Functions AI Security AMP Privacy AI 2006 Vol. 4 AIS 1 554 до 56 AIS SN 1540 7993 DOI 10109 MSP 2006 26 Trautmann J Regimen V Green Cryptography Cleaner Engineering Troresi Clink Part 2 AI Security AMP Privacy AI 2009 Vol. 7 AIS 5 5 64 до 65 AIS SN 1540 7993 DOI 10109 MSP 2009 120 Lamberger M. Pramstaller N. Richberger C. et al. Analysis of the Hash Function Design Strategically at SMASH AI Trans INF Theory AI 2008 Vol. 54 AIS 8 P 3647 3655 AIS SN 0018 9448 DOI 10109 TIT 2008 926420 Lamberger M. Netzi Regimen V Numerical Solvers and Cryptanalysis J. Matt Cryptol 2009 Vol. 3 AIS 3 5 249 до 263 AIS SN 1862 2976 DOI 10515 JMC 2009 015 Richberger C. Regimen V New Results on NMAC HMAC Win Instantiated with Popular Hash Functions J. Universe Compute Ши Грас Верлак Дер Технишен Университат Грас 2008 Vol. 14 AIS 3 5 347 до 376 AIS SN 0948 695 X DOI 10 3217 JUS 14 марта 347 года Джоан Дайомен Русск Винсент Реймен Probability Distributions of Correlations and Differentials in Block Ciphers Journal of Mathematical Cryptology Journal The Greater 2007 T1 номер 3 S от 221 до 242 AIS SN 1862 2984 DOI 10515 JMC 2007 011 Винсент Реймен Пол С. ЛМ Барита Руск DCA Газзони Филхе Руск Rotation Symmetry in Algebraically Generated Cryptographic Substitution Tables Information Processing Letters Journal Elsevier 2008 T106 номер 6 S от 246 до 250 AIS SN 0020 0190 DOI 10016 J Apple 2007 09012 Джоан Дайомен Русск Винсент Реймен Плато Characteristics IT Information Security Журнал IT 2007 T1 номер 1 S от 11 до 17 AIS SN 1751 8717 DOI 10049 AET IFS 20 060 099 Мартин Фельдхофер Руск Джоанс Вулкерсторфер Руск Винсент Реймен AS Implementation on a Grain of Sand Information Security AI Proceedings Журнал IT AI 2005 T152 номер 1 S от 13 до 20 AIS SN 1747 0722 DOI 10049 IPFS 20 055 006 Винсент Реймен Equivalent Description For the DS Electronics Letters Журнал IT 2004 T40 номер 4 S от 237 до 238 AIS SN 1350 911X DOI 10049L 20 040 133